детям сам горит. Лады, поехали. Эй, сэр, извините за задержку. Значит, им в отель впало? Да, я знаю, где это. Вам повезло, что впало остался всего один отель. Соблюдает правила. Эмани панали обилился хвалине. Я говорил, что самолет улетел, но они мне не поверили. Думают, что большие самолеты еще вернутся. Что тут еще скажешь? Только гляньте, засуха! Из-за пожаров сплошные потери. Моего брата была отличная бунгало и хлеб со скотом. Он был почти богачом, а в пожаре потерял все. Теперь он уехал из страны. Но он еще вернется. Снова Радио Свободы несет правду всем, кто ее ищет. А правда в том, что вы нужны своей стране. Берегитесь заразы СНС. Да, зараза мучает нашу прекрасную страну и имя ей СНС. Подобно любой... Диджей мне нравится. Может, он музыку хорошую ставит? Кто знает? Эй, босса, мы сумели чекпоинты золо, не? Ай, ай, не нам бензана. Эй, я не могу мамага, лаги агуаз. Кроме цены, соман. Куда собрались? Я с пассажиром. Везу его в городской отель. Вы из аэропорта? Да, сэр, из аэропорта. Джентльмены, вы ж тут стоите весь день. На обратном пути я привезу вам холодного пива. Вы пьете пиво? Пиво? Да, мы его пьем. Давай живей, проезжай. Да, сэр, спасибо вам. До скорой встречи, сэр. Иностранцы. Не обижайтесь, сэр. Эти ополченцы приходят в нашу страну, крадут все. Ничего нам не оставляют.
сейчас тут много солдат. Это хорошо. Они обычно сами собой заняты. Пусть это вас не беспокоит. Парни выпускают пар. Вы же понимаете, каково это. Каждый думает, как выбраться из страны. Тут только дураки остаются. Дураки и таксисты. Отсутствие объекта в стране является дестабилизирующим фактором. На нем всецело лежит ответственность за ввоз оружия в страну, что является нарушением совместно подписанного соглашения. Его репутация опасного торговца оружием полностью оправдана. Объект должен быть ликвидирован. Все пошло не по их плану. Я все еще дышу, а вот у тебя малярия. Ведь их ни хрена не устроит. Что старался? Ты уволен, и ты знаешь об этом. У тебя был шанс, но ты его упустил. А поскольку люди вроде тебя работают только за деньги, ты мне больше не страшен. Нужно тебе найти другую работу. Твои старые клиенты не понимают, что меня невозможно убить. А ты понимаешь, никто меня не убьет. Никто. Я решаю, кому жить, а кому умирать. Я. Знаешь, когда-то я давно прочел одну книгу. До сих пор вспоминаю. Она помогает мне понять жизнь. В книге говорилось про людей, что движет ими. Каждый живущий прежде всего ищет приложение своей силы. Жизнь есть воля к власти, другое значение не имеет. Вот так. Thank you.
пим, пуля пим. Погоди, Джаки. Они тебя серьезно достали. Кандидат на инфекцию. Я Пюрфой, а ты, мой друг, ходячая проблема. Ты за кого вообще? Нужно же думать, что делаешь. Ты завалил одного из моих ребят? Скажу вот что. Не хочешь поработать на меня? Подбери снаряжение, нагрузись патронами, возьми аптечку, винтовку, пистолет, ну, все такое. Значит так, в городе творится нечто невообразимое. Должно было быть объявлено перемирие, но не судьба. Я работаю на парня по имени Куаси, местный босс СНС. Все мои лучшие ребята сейчас сражаются против бойцов АФОД, не давая им захватить нашу территорию. Значит, ты у нас теперь в помощниках. Первое, нужно починить это ржавое корыто. Умеешь работать кувалдой и напильником? Ну, постарайся движок как-нибудь запустить. Ты понимаешь, что заболел? Не валяйся тут без дела, ты не можешь себе этого позволить. Малярия не таких убивала. Откройте! Отлично. Теперь попробуем провернуть что-нибудь поинтереснее. У АФОД на севере, неподалеку отсюда, есть небольшой аванпост. Мне не очень нравится такое соседство. Займешься? Thank you.
знаю, что ты уже зачистил аванпост. У меня есть для тебя другое дело. Но я вовсе не хочу, чтобы ты свалился от истощения. Отдохни, пополни запасы и подготовься к выходу через несколько часов. В этом здании безопасно. Чтобы ты нашел базу Афот на севере, старую рыбацкую пристань. Разведай, что там и как. Первую точку наблюдения я отметил на карте. Ну, вперед! Неплохо. Видишь здание с заложенными окнами? Фронт там держит заложника. Иностранцы, похоже. Нужно пойти и вытащить его. Разведай все заранее. Ты заметил? А? Ты что-то видел? Похоже. Глянь. Помоги мне выбраться. Мне здесь делать нечего.
Здесь все и в итоге болеют. За это я могу достать тебе пилюль. Встретимся позже, в баре у Майка, лады? А сейчас пока расстанемся. Мне нужно уединиться за кустом. Наверное, мне стоит тебе лучше платить. Каждый, кто честно трудится, должен получать честные деньги. Пошли в лагерь. Отлично. Позволь дать тебе один совет. Единственная валюта, которая здесь чего-то стоит, это алмазы. Забудь о банкнотах. Я бы в них даже рыбу не завернул. Если работаешь на СНС, тебе платят камнями. Так. Один из моих ребят, не самый умный, скажем, вез вчера кейс с алмазами. Оставил его где-то в лагере, отправился в город, и там его подстрелили. Возможно, это твоих рук дело. В общем, если найдешь камни, они твои. В кейсе есть маячок. Так что ты его без проблем найдешь по компасу. На твоем месте я бы достал лекарство. Малярия — это не шутки. Наведайся в бар у Майка, спроси у иностранных наемников. Когда поправишься, найди офис СНС в городе. Я сведу тебя с Куаси. Мы закончили.
Кого тут только не увидишь. Эй! Это же я, Мати Аленкар. Иди, иди, давай, подваливай, быстро! Здоров. Давно не виделись. Ну, как там у тебя с малярией? Видишь вон его? У него пилюли от малярии. Они тебе помогут. О, эй! Если там что, помощь понадобится, ты мне тогда скажи. Мы ж друзья. Ну, блин. Делать-то мне нечего. Магрудер меня кинул. Денег, чтобы долететь домой, у меня нет. Ну, нахер. Да я серьезно, нахер надо. Мы здесь, слышь, как в самолете, у которого двигатели отвалились. А пилоты заняты, они друг друга мочат и о проблеме не знают. Да пошло все. Ладно, пока. Си, Буэно. Кажется, я знаю, кто ты. Люди много о тебе рассказывают. Очень хорошо. Если понадобится помощь, найди меня. Моя фамилия Гильен. И держись подальше от группировок. Они звери, что те, что другие. Люди никогда не меняются. Вот чертовы пленки. Устроит? Это все, что у меня есть. Ты их не уничтожишь? Твои друзья обычно поступают именно так. Стоп, ты здесь не ради пленок? А, вот в чем дело. Понял. Таблетки можно достать в церкви в Пало. Найди там священника. Конечно, если поторопишься. Только пленки отдай. Нельзя сломать человека так, как ломают лошадь или собаку. Чем сильнее... Так ты не один из них. Я Рубен Алуагемби, независимый журналист. А ты здесь недавно, это я по одежде понял. Она слишком чистая. Кстати, ты рискуешь, говоря со мной. Я тут как бы персона нон-грата. Военачальникам не нравится книга, которую я пишу. Книга о войне, конечно, и о всех них. Но в основном о торговце оружием, знаменитом Шакале. На пленках был именно он. Ты знаешь, я на 16 войнах в Африке побывал. На 16. И каждый раз встречал его. Он продавал оружие и зарабатывал деньги, когда миллионы людей страдали и погибали. Он думает, что может продолжать делать это, но не в этот раз. Все это вылезет на поверхность. Все о Шакале и военачальниках, о солдатах, детях с оружием, о неправительственных организациях. Я всю эту дрянь... Звучит пафосно, да. Надеюсь, хоть кто-нибудь услышит мои слова. Я брал интервью у разных людей на протяжении нескольких месяцев. У дипломатов, военачальников, гражданских. Всех, кого мог убедить поговорить со мной. У меня есть потрясающие материалы. А потом солдаты отняли у меня пленки, говорят, уничтожили их. Но вдруг нет. Вряд ли я смогу их сам найти. Я не слишком хороший стрелок, как ты видишь. А нынче, если хочешь услышать выстрелы, достаточно выйти на улицу. Ты ведь видел, война с каждым днем становится все ожесточенней. Это ведь нелепо. Ради чего они сражаются? Зачем? Страна в руинах, люди, алмазы, города. Но война продолжается. При помощи оружия Шакала, конечно. Все это плохо кончится. Боюсь, мне суждено быть тому свидетелем. Есть во мне что-то от зеваки, похоже. Слушай, если найдешь еще что-нибудь из моих записей, пожалуйста, принеси их мне сюда, в бар. Мне они потребуются для книги. Сразу скажу, платить мне нечем. Могу предложить только свою ничего не стоящую дружбу.
Ну все, ублюдок. Ну как там? Что это было? Не нужно объяснять тебе здешние правила. Извини, сейчас службы не ведутся. Тебе стоит сходить к врачу, а то в самом деле понадобится священник. Тебя прислал Рубен. У него было для меня кое-что. Я с радостью дам тебе взамен лекарства, которые у меня есть. Думаю, одно из них тебе стоит принять немедленно. Этого надолго не хватит, но я могу попробовать достать еще. Не все мои люди ушли. Многие в ловушке. Они боятся того, что случится, если их поймают при попытке уйти. Другие просто решили остаться. Мы попробуем помочь каждому, кому сможем. И человек вроде тебя нам не помешает. Возвращайся, когда тебе снова понадобится лекарство. Сейчас. Ты не туда идешь, дебил. Что еще? Я попробую. Не припомню океана по имени. Там, как и здесь, воды ни капли. Серьезно? Вот дерьмо, ты разбил мою мечту. Помнишь колено у Тревора, как оно распухло?
И что было-то? Его врач вскрывал эти муты. И? Тысячи личинок повалились прямо из колена. Прямо как лапша. Слушай, брат, хватит уже. И не нужно объяснять тебе здешние правила. Какого хера? Убери. Молодца. Береги себя. Ничтожество. Thank you.